Это памятник генералу-полковнику Магомеду Танкаеву. Сегодня моя прогулка по улице Танкаева. Она начинается от улицы Толстого и заканчивается перед улицей Чеерова. Это город Махачкала. Сегодня 13 февраля 2021 года, суббота, на часах 12:30. Температура воздуха на данный момент плюс 4 градуса.
Сегодня скорость ветра 6 метров в секунду с усилением до 13 метров в секунду. Улица Танкаева не очень большая. Судя по карте, ее длина 1 километр 300 метров. Но дома здесь очень красивые. Приятно идти по этой улице. Есть также, конечно, и старые дома. Но, скорее всего, скоро вместо них уже будут здесь стоять новые. Да, очень приятно, когда столько красивых домов вокруг.
Все очень ухоженно, чисто. Скорее всего, здесь расположена какая-то школа. Дети играют в футбол.
Вот и конец улицы Танкаева. На этом мой ролик заканчивается.